Цитрус. Гаджеты та аксесуари. Что мне говорить? Ничего, улыбайся. Всем привет, меня зовут Руслан Самоваров. А я Ульяна Себяшкина. И сегодня мы подведем итоги конкурса топ-5 смартфонов за 2000 гривен. Мы должны были его провести вчера, но... У нас не было света. У нас не было света, и поэтому в темноте мы решили этого не делать. И все-таки сделать это сегодня. Конкурс у нас проходил на канале на YouTube. Нужно было с 16 ноября по 16 декабря подписаться на наш канал и заполнить ссылку в описании к видео. Сейчас с помощью сайта random.org... А, кстати говоря, нужно было заполнить анкету для того, чтобы попасть в наш список. Те, кто заполнили анкету, подписались на канал, есть сейчас у нас в списке, и с помощью сайта random.org мы проведем розыгрыш. Мы будем проверять, действительно ли подписан человек на канал, правильная ссылка на канал. 21 век, я думаю, что не проблема было загуглить, как узнать свою ссылку на канал на YouTube. Вот, поэтому мы будем выбирать среди тех, кто сделал все правильно. Ну, давайте не будем уже задерживаться, поехали. Итак, у нас есть список. Огромнейший список. Так, я его выделяю, копирую и вставляю в лист рандомайзер на сайте random.org. Так, вставил. Тут в этом списке ссылки на аккаунты и имена. Все остальные строки мы поудаляли, чтобы не спойлерить e-mail, номера телефонов. Остались только каналы и имена. Нам будет этого достаточно. И будет и так понятно, кто выиграл. Мы найдем вас. Итак, после нажатия кнопки «Randomize», кто будет на первом месте, тот и выиграл Duji X5 при условии выполнения условий конкурса. Что-то какое-то масло масляное. Ну хорошо, рандомайз. Итак, у нас есть Ирина. Давайте посмотрим, Ирина, подписаны ли вы на нас. Ирина, угу. Ирина делится нашими видео и смотрит «Слугу народа». Давайте посмотрим, подписана ли она на нас. Да, она подписана. Ну и соответственно, Ирина Войтко, наш победитель. Ирина, я поздравляю вас с победой. Остальным участникам желаю удачи. Продолжайте участвовать в наших конкурсах. Сейчас еще проходит несколько очень крутых конкурсов, в которых обязательно нужно принять участие. И для участия нужно только подписаться на канал и заполнить анкету, которая нормально заполняется. С мобильных телефонов заполняется. Все нормально отправляется и все отлично. Так что у вас есть шанс выиграть. На сегодняшний день мы разыгрываем еще настоящего дроида Сфера BB-8 из «Звездных войн». Вот такого, он в кадре где-то появится сейчас так. Тин! Вот, и разыгрываем лучший смартфон 2015 года по вашей версии. Там голосование, и самый лучший будет разыгран. То я думаю, что ссылочки мы вставим в описании к этому видео, и можно будет посмотреть, сразу перейти, участвовать и выиграть. Вроде бы все, да? Да. Больше ничего. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, чтобы всегда быть в курсе новинок гаджетов и не пропустить никаких интересных конкурсов. Еще подписывайтесь на наши страницы ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, ссылки будут в описании. Ульяна, кстати, только ради этого тут села, чтобы на нее подписались в Инстаграме. Вот, так что хорошего дня, яркого настроения. Пока. Цитрус. 15 лет яркого настроения. Just because it feels the same till the